Телефон в жизни каждой школьницы – просто незаменимый предмет. Да что там школьницы? Всех людей? Почти всех. А вот и неправда, внучки! А что я там не видела в тех ваших телефонах? Только зрение в них портить! Бабуль, ну подарю я тебе нормальный телефон, подарю! Давайте посмотрим, как бы жилось современной школьнице без телефона. А где мой телефон? Вот невнимательные эти школьники. С твоим телефоном все хорошо, просто ты временно поживешь без него. Это эксперимент. Эй, голос, верни мой телефон обратно, мы так не договаривались. Все правильно, голос. Я же говорю, что эти телефоны зрение портят. Ой, ладно, некогда мне тут с вами сидеть. Пойду посмотрю в телефоне передачу «Сады Огород». Ну и что мне теперь будет за этот твой эксперимент? Что-что, неоценимый опыт. Звучит круто, можно и попробовать. Вот и отлично. И что мне теперь делать? Можешь поиграть с сестрой? Пришло. Да ничего страшного, потом посмотрим. Пахнет. У меня тоже пахнет бананчиком. У меня яблоком каким-то. Алло. Эй, это вообще-то мой телефон. Ой, прости, привычка. Алло, привет, это просто моя сестра. Подумаешь, не можешь поговорить с подружками. Можно же заняться и другими делами. Да, точно, можно. Оказывается, по большим делам можно сходить меньшим за минуту. А с телефоном я по полчаса проводила. Вот-вот. Но зато с телефоном не скучно было. Чтение, между прочим, развивает разговорную речь. Ты уже спать собралась? Ну а что мне делать? Музыку в ванной не послушаешь, ТикТок перед сном не поснимаешь. Осталось только спать. Ну, как знаешь, будильник заводи и спи. Ну вот, даже будильник не заведешь. Эй, мы так не договаривались, ты должна была скучать без телефона. Мало ли, что я там должна, чем тебе компьютер, не телефон, у него даже возможностей больше. Ну да, чё-то я не подумал. Для чистоты эксперимента и компьютер нужно было убрать. Вот-вот. Экспериментатор. Ну, выводы я для себя и так сделала. Мы действительно очень много времени проводим с телефоном в руках. Он нам заменил реально очень много предметов. Помимо звонилки, он нам служит еще и как видеокамера, и фотоаппарат, и компьютер, и магнитофон, блокнот, книга, часы, калькулятор и даже фонарик. Ну, в общем, перечислять можно еще здесь долго. А если вы тоже не расстаетесь со своим телефоном целыми днями, то ставьте лайк, посмотрим, сколько нас таких. Но не забывайте подписываться на канал.